Добрый день, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, это ко мне уже? Да, это вам уже. А, вас плохо слышно. Меня зовут Лена, я из Ордода, я инвалид с детства. И я хотела бы выяснить такой вопрос. При Министерстве юстиции полного управления по делам инвалидов. После того, как КИЗР подписал конвенцию ООН по посвященную инвалидам. Узнав об этом, я обратилась в это управление и получила вполне стандартный ответ. Такие ответы я уже получала от всех, кому я обращалась. Лена, по какому вопросу вы к ним обратились? А? По какому вопросу вы к ним обратились? А, по социальному получению хостеля. Угу. Так, о том, что я уже столько лет в стране, и хостеля просто никак не получается, и очереди для инвалидов с детства нет, вообще для инвалидов министерства ресурса нету. И поэтому нету, так сказать, как возможности, как это получить. И что, в общем, я получила стандартный ответ, что все мои документы перестали в Министерство спорта Ордода. То есть они мне не стали как-то этим заботиться, может быть, их это не интересует, а может быть, у нас не распространяется. Я хотела бы узнать, какие функции у этого управления по делам инвалидов. Чем они могут помочь людям? Лена, еще хотела такой вопрос спросить. Но в Израиле очень много АМУТО защищающих права разных групп населения. А я не знаю ни одной АМУТО, которая защищает права инвалидов с детства из СНГ. Может, вы знаете, может, подскажете мне такие координаты этой АМУТО? Лен, вы знаете, мы, к сожалению, не справочное бюро. Я знаю ваш телефон личный, я вам завтра позвоню, дам координаты людей, которые занимаются проблемами инвалидов, а вот так как раз есть, я знаю. А что касается управления по делам инвалидов, к сожалению, опять же, ничего не могу сказать вам про это управление, просто не знаю, чем они занимаются. Вопрос, может быть, имеет смысл, когда у нас будет тема обсуждаться, проблем инвалидов, мы планируем эту тему обсуждать, поднимать с теми людьми, от которых что-то зависит в решении этих вопросов, то я думаю, тогда мы поинтересуемся, может быть, нас и вас тоже в том числе проинформируют. В любом случае, спасибо за звонок, всего самого доброго. И вам спасибо, что вы слушали. Не за что, Лен, спасибо вам. А можно еще один вопрос? Пожалуйста. Вот Дарис Шефер недавно сказал на ИТОМ-ТВ, что Израиль богатая страна. А в чем заключается это богатство? Если она такая богатая, почему же такая большая очередь Министерства абсорции на получение социального жилья для пенсионеров и инвалидов, которые приехали в страну СНГ? Это богатство? Это богатая страна там держит своих людей? Нет, ну опять же, это вопрос к Давиду. Это к Давиду Шехтеру вопрос. Вас занять. Вот раненых террористов отводят в больницу, лечат бесплатно, потом они живут в тюрьме. Им не нужно платить ни за съем жилья, не нужно покупать продукты, не нужно готовить. Есть телевизор, можно учиться бесплатно. А кому же тогда легче жить? Инвалиду с детства или террористу у нас в стране? Хороший вопрос, Лен. Но опять же, кто у нас, те люди, которые будут у нас в студии сидеть, от которых действительно что-то зависит, то мы постараемся эти вопросы им переадресовать. Мое мнение, что террористов нужно уничтожать вообще-то сразу при задержании. Вот я такой кровожадный, и, к сожалению, может быть, не совсем законопослушный человек, но я считаю, что им место в тюрьме быть не должно, а должно быть место на кладбище. Но это отдельно. Давайте не будем такими пессимистами, постараемся быть все-таки оптимистами. Это помогает иногда. Спасибо, Лена. Вам спасибо большое. Не за что, спасибо вам, до свидания.